Сегодня в Молодежном театре состоится, можно даже сказать, долгожданная премьера спектакля по знаменитой пьесе Горького «На дне». Замечательная, глубокая, тонкая, умная пьеса. Ну и мы постараемся сегодняшним спектаклем доказать, что это именно так. Ай, мути голова! Зачем люди бьют друг друга по башкам? Они не только по башкам, они по всему прочему телу еще бьют. Классика есть классика, ее всегда сложно ставить. Вот. И не хотелось бы, так сказать, брать иллюстрацию к учебнику, но в то же время сохранить Горького, это как он есть, да? И в некотором смысле осовременить, чтобы зрителю современному было понятно, о чем речь. Потому что если следовать букве, так сказать, всего написанного, да, и, скажем, выстраивать сценографию, костюмы, перенестись в то время, то, я думаю, некоторая актуальность исчезнет, потому что люди хотят узнавать себя во всем этом. Так что мы постарались. Я думаю, узнают. Поешь, горячий легчит. Я в чашку отложу и оставлю. Захочешь тогда и покушай. Идем, парень. Хорошая пьеса – это та, которую радостно читать, приятно слышать по трансляции. И очень интересно играть. И интересно следить за своими партнерами, интересно следить за тем, как они растут с каждым днем, с каждым шагом, потому что это настоящее. И батенька Горький здесь потрудился на славу. И, в общем-то, пьеса «На дне» – это фактически поэма о метаниях человеческой души. Сегодня я играю Луку. Человек, повидавший жизнь, умудренный, поэтому имеющий право на многие такие высказывания, причем даже от лица Господа Бога, так что вот где-то мы по этому направлению шли. А насколько убедительно, это уже покажет сегодня зритель. Несмотря на наш маленький возраст, мы полностью понимаем данное произведение. Оно просто произвело фурор. Актеры выкладываются на полную, нам очень нравится. Думаю, то, что мы не первый, не последний раз придем еще на этот спектакль. Приятно смотреть и веришь тому, что они говорят и делают. О! Офелия! О, нимфа! Сударь!